по-моему, еще не было в истории, в мировой истории, когда Россия в авангарде сопротивления спасает полчеловечества от вот этой вот либерально-фашистской сатанистской чумы. Такого еще не было в истории человечества. Ні, ну ви подивіться на цих рятівників. Просто курям насміх такі цинічні заяви путінських блазнів. Але це ж кремлівські пропагандисти. А від них інших висловлювань годі чекати. Тому давайте поговоримо сьогодні про те, що маємо. Вітаю, з вами я, Інна Набок. І у цьому огляді пропаганди я вкотре покажу і розкажу, чому рупори бункерного мали б відправитися до психіатричних закладів на лікування, ну, зважаючи на їхнє осіннє загострення шизофренії. Але вони продовжують збиратися в московських студіях, щоб заявляти ось це. По-моєму, ще не було в історії, в мировій історії, коли Росія в авангарді сопротивлення спасає полчеловечества от вот этой вот либерально-фашистской сатанистской чумы. Такого ще не було в історії человечества. Ми до сих пор, я не потому, що там, сказать, пытаюсь, знаете, какие-то там комплименты сделать, да? Масштаб личности президента Путина мы с вами сегодня оценить не можем, не в состоянии. Это смогут сделать наши потомки, когда ни его, ни нас уже не будет. Я скажу больше, я вот, так сказать, может быть, немногие об этом знают, да, там, по команде президента сегодня проводятся мероприятия, если так сказать, вот, знаете, сегодня закладываются сваи, фундамент будущего благополучия России. Это та работа, которая сегодня не видна. И, по сути, президент по следу до конца, так сказать, результаты, это не он, ни мы их не увидим. Но без этого нет будущего страны. Нет будущего страны. Ну, громадяни Федерації їх не побачать, бо насправді їх немає, як і майбутнього в цієї країни. Але путіністи продовжують вилизувати свого кривавого диктатора і співати йому хвалебні оди. Тільки попереджаю, від цього може знудити. Это все равно, что если мы когда заходим там, в красивую гостиницу или в красивую там какую-то там, я не знаю, высотную небоскреб, да, говорим, ой, какая плиточка, какой паркет. Но мало кто из нас задумается, чтобы все, вся эта красота была, какое количество под землей должно быть коммуникаций, проводов, труб, там, коллекторов и так далее. Без этого здания не будет. Вот сегодня вся эта работа делается. Это очень сложная, тяжелая, неблагодарная, по сути, потому что ее не видно. Но она требует огромных сил и затрат. И, так сказать, политические дивиденды от этого президент не получит. Не получит, потому что эта работа, плоды этой работы увидят наши потомки. Вот это и есть, на мой взгляд, вот настоящий государственный лидер, деятель, который думает о том, как будут жить наші діти і наші внуки. Аж бридко стало. Вам теж? Напишіть у коментарях. Бо поки ці відгодовані пики у теплих московських студіях вихваляють Путіна і мріють про якесь там світле майбутнє, федерація котиться на дно. Здравствуйте, ми работники Пермського порохового заводу. Делаем это обращение, так как нас все наше начальство отказывается слушать. Обращаемся к губернатору Дмитрию Николаевичу Махонину. Мы отказываемся работать без выходных. Проблемы Республики Иран нас не интересуют. До этого времени количество твердого топлива нам хватало сполна в борьбе с нацизмом на Украине. Но сейчас наше руководство заявляет, что мы должны работать на 4 часа дольше за смену и без выходных в рамках сотрудничества. Дмитрий Николаевич, настоятельно просим вас помочь. Спасибо. До речі, про майбутнє росіян. Воно у них, дивіться, яке багатообіцяюче може бути. Бо пропагандистів турбує те, що громадяни Росії от рано на пенсію то виходять. А рабам так не положено. Тож на болотах вирішили щось з цим робити. В результаті огромного кількості научних досягнень, створення антибіотиків, вакцин, препаратов, снижающих холестерин и сердечного аспирина, продолжительность жизни людей увеличилась на 30-40 лет. И сегодня, когда в 55 лет женщина выходит на пенсию, совершенно очевидно, что еще 30-40 лет она проживет, не работая, и с этим что-то надо делать. Ну а ось про те, що зараз реально відбувається в російській економіці, розповів в одному з ефірів так званий Z-патріот Володимир Баглаєв. І це варто уваги, бо якщо навіть прихильники диктатора говорять про те, що на Росії є проблеми, то вони таки є. І масштаби їхні вражають. От пройшло 2,5 роки.
И говорите, а что изменилось? А вот в самом деле мы не только не подошли к плану, к мобилизационной экономике, мы сделали все необходимые шаги, которые максимально нас отдаляют от того, что можно назвать мобилизационной экономикой. Теперь мы приводим факты сегодняшнего дня. Кредитная ставка ключевая у нас опять приближается к 20%, и по заверению руководства Центробанка в ближайшее время она будет до 20% доведена. То же самое, что было 20 года назад. Взамен никакой помощи предприятиям для того, чтобы обеспечить покрытие дефицита оборотных средств, ни по одному направлению не произошло. Что касается хлеба для оборонной промышленности, то бишь металла, мы полностью отказались от мысли введения внутренних цен, формирования внутренних цен для, хотя бы для оборонной промышленности на все металлы, в том числе стратегические. То есть все наши поставки металла полностью привязаны к котировкам валютной лондонской биржи. О какой мобилизации мы можем говорить? Дальше. Мы должны работать для фронта, для победы. Я скажу очень аккуратно, нежно, что сейчас с точки зрения, так как предприятия конечного оборонки, они работают на сложном продукте, а сложный продукт — это большая длинная цепочка кооперации. Так вот сейчас я намекну на то, что в этой цепочке начали срываться финансовые схемы. Почему? Потому что перестали проходить платежи. Ссылаясь на те или иные проблемы, финансовые, расследования, все остальное, то есть в цепочке финансирования создания конечного оборонного продукта, сейчас явно намічаються пориви, спеціально, не спеціально, вони существують. Та й це ще не все, бо чимало зараз, у 2024 році, є відео, на яких громадяни Федерації скаржаться, що ледь кінці з кінцями зводять. Ну і нарікають на владу та тотальне зубожіння. І ось я знайшла вам откровення російського лікаря, який має такий високий рівень життя, що йому доводиться працювати на двох роботах за фахом, ну а після них – підробляти кур'єром. Закончил я медицинскую академию, работал участковым терапевтом в поликлинике. Параллельно я работал в частной клинике. Мне все равно не хватало финансов, и я пошел на третью работу, и это была доставка. Я прихожу на смену, значит, там ты с таким рюкзаком, куда нужно класть еду, вот это. И я вот иду такой, да, я принял там с утра в поликлинике пациентов, этих бабушек. Потом, короче, я в частную клинику заехал, там какую-то работу выполнил. И в конечном итоге я приезжаю туда, я беру эту сумку, я захожу и в очереди слышу дискуссию. Я слышу что-то такое клиническое, какие-то, короче, что-то обсуждают врачебное. Я вклиниваюсь в этот разговор. Оказывается, что в очереди на получение вот этой вот там какой-то доставки, да, там куда-то отвезти очередного заказа, стоят три врача, помимо меня еще два, которые разгадывают клиническую загадку. Они обсуждают пациента, что он там что-то ему назначил не то, короче, и вот один другому что-то советует. Я вклиниваюсь, даю тоже свой совет. Коллеги, как вы... Вот уровень, да, жизни врачей просто в России сейчас. Просто медицина в России. Тільки знаєте що? Давайте не писати в коментарях, що і в нас все так само. Що і в нас низькі зарплати у лікарів, вчителів та й загалом в українців. Бо ми про це теж знаємо. І ми про це говоримо. А цей же проєкт про російську пропаганду та те, що насправді відбувається на болотах, поки путіністи намагаються переконати всіх, що Федерація – потужна та процвітаюча країна. Тож ось, що треба показувати всім, хто вважає, що Росія є саме такою, якою її показують пропагандисти. Бо насправді Росія сьогодні на ось цих кадрах. Уважаемый Александр Иванович, к вам обращаются жители дома по адресу город Саратов, улица Дома 8 марта, дом 4. Мы больше не можем жить в таких условиях и просим вас о помощи, потому что своими силами уже не справляемся. Наш дом был построен в 1933 году. Он признан объектом культурного наследия местного муниципального значения. Но сегодня он представляет собой аварийное строение, непригодное для проживания, несет своим жителям и прохожим угрозу жизни и здоровью. Итак, проблемы, которые требуют немедленного вмешательства. Аварийное состояние дома и коммуникаций. Дом без подвала, он на ленточном фундаменте. Срок службы такого фундамента примерно 50 с небольшим лет, а дом 91. Поэтому по всему фасаду глубокие трещины, кирпичи вываливаются, а с крыши зияют дыры. Дом разрушается буквально на глазах, проходить по тротуару во дворе очень опасно. Стены отслаиваются, а по дороге не пройдешь, потому что постоянно текут старые трубы. Дом пережил несколько пожаров. После последнего в 2013 году меняли крышу только над двумя подъездами, и ее не заменили.
Не хватило, как обычно, денег, материалов и совести у подрядчиков. Теперь при хорошей погоде можно наблюдать прямо из квартир звезды. Но плохое — собирать в тазике дождевую воду и штукатурку. В прошлом году многоквартирный дом остался без газа почти на 3 месяца. Нас заставили за свои деньги восстанавливать вентканалы и прочищать их, устанавливать какие-то вентили. Собирали около 400 тысяч. Износ труб отопления составляет 99%. И дом может не пережить эту зиму. Все системы жизнеобеспечения, канализация, холодное водоснабжение, электропроводка находятся в запредельно аварийном состоянии. Але по сіпакам бункерного до цього немає жодного діла. Вони відрізані від реальності. Вірніше, у них вона, мабуть, своя. Їм треба відпрацьовувати методичку Кремля та гребти криваві рублі, зароблені на брехні та війні. І, звісно, їм потрібно щодня, от кожного кожнісінького дня, плести ахінею про велич і потужність Російської Федерації. Неіснуючо, як ви розумієте. Ну і, звісно, обріхувати Захід. Главная задача – это, собственно, убедить Запад в том, что мы не шутим, первое. Второе – то, что у нас действительно есть чем ответить. И третье – мы готовы это сделать. Да? Потому что одна из главных проблем, как я уже много раз говорил, нынешней ситуации на Украине – это как раз убежденность Запада в том, что мы ничего делать не будем. В том, что мы, так сказать, будем вот так вот, в случае чего, как бы, да, вот в их сценарии болтаться, вот, в их коридоре, как бы, да, когда на чужой территории, на территории Украины, как бы, одни русские, так сказать, воюют с другими русскими, по сути, да, ну, а они там подсчитывают, так сказать, дивиденды на Западе и так далее, и так далее. Вот можно, на самом деле, бесконечно обострять ситуацию. Поэтому я думаю, что здесь и момент выбран правильно перед выборами американского президента, как бы, да, и тональность правильная, мы можем ответить. Да. К этому еще добавил бы я противовоздушную, противоракетную оборону. Надо бы совершенствовать, так сказать, модернизировать, работать по полной программе над ее, так сказать, усилением. Вот. Ну, и это могло бы, так сказать, может быть, Запад отрезвить, хотя не уверен, да, но тем не менее, я думаю, что шаг этот правильный. В принципе, я думаю, что зря мы их вообще расслабляли, я много раз говорил об этом, зря мы их расслабляли там 30 лет подряд. А от Скабєєва в прямому ефірі зізналася, що солдати КНДР таки вже в Росії. Хоча, нагадаю, ще кілька днів тому пропагандисти це доволі неоднозначно коментували. Але, знову ж таки, коли їм не вдається приховувати правду, то вони починають підло виправдовуватися. Так зробила і Скабєєва. А яка, простите, претензія, якщо ваша розвідка, українська ваша розвідка, сообщає о том, що северокорейські солдати знаходяться на полігонах в Росії? У вас є якісь возражения? Мы вроде суверенное государство, это наше суверенное право. Они же в России, они же не на территории Украины. В общем, любопытно, сам Зеленский рассуждает на тему того, что солдаты КНДР в боевых действиях пока не участвуют и просто тренируются на полигонах. Почему бы и нет? Делимся опытом. Тож, ось такі вони сьогодні абсолютно нікчемні та цинічні заяви московитів. Як і життя на Росії. Тому дякую, що дивитеся і допомагаєте руйнувати фейки пропаганди. Я ж нагадаю, підписуйтеся на канал, залишайте лайки та коментарі під випуском. Ну і головне, обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. Ну а з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну. І побачимось.